Саш, ну а сейчас, мне кажется, самое время перейти к нашей следующей теме. Ведь сегодня памятная дата 1 августа знаменует начало Первой мировой войны. Да, именно в этот день Германия объявила войну Российской империи. Нужно сказать, что эта дата, в общем-то, играет большое значение и в нашей истории отечественной, и в мировой истории. И вообще эта война стала в некотором роде предтечей Второй мировой войны. Я думаю, что разобраться во всем этом сплетении судеб и истории поможет нам профессионал. Конечно же. Наш сегодняшний гость Александр Юрьевич Манаев, историк. И будем мы говорить об этой памятной дате. Доброе утро. Доброе утро. Как началось утро нового дня? Традиционный вопрос. Спасибо, все хорошо. Радостное, солнечное летнее утро. Вот и моя такая историческая дата, поэтому и воспоминания какие-то, да, размышления о том, что какие было, же размышления какие-то... вас сегодня посетили? Ну, о том, что за события, да, Первая мировая война, какая их роль в русской истории и последующие события, наверное, 20 века. Мы всегда, ну, так как бы привыкли отсчитывать 17 года, да, то есть революция и как она изменила жизнь. Но при этом забываем о том, что революция в России проходила на фоне Первой мировой. И по большому счету, вот именно 1 августа, наверное, 2014 года, ну или там 28 июля, если да, чуть-чуть там вернуться к самому началу Первой мировой в формате происшествия в Сараево. Ну, вот. Как бы так. Но, пока ехал к вам, вот такие мысли и посещали. Да. Сложные времена все-таки выпали на тот период, и как-то вот не вовремя, получается, началась эта война. Но многие историки склоняются к выводу, к мнению, что ее ведь можно было избежать. То есть Российская Почему Российская империя могла не ввязываться? Ну, это вопрос, как говорится, да, как часто историки, опять же, говорят, что история не терпит сослагательного наклонения, и любая война, она не вовремя, и любая война, она не бывает там к чему-то приурочены. Вопрос, была ли возможность России избежать этой войны? Ну, это такой вопрос, опять же, ну, как говорится, 50 на 50, потому что Россия была связана союзническими обязательствами и, ну, опять же, были подписаны официальные договоры, по которым Россия должна была участвовать в этих военных действиях. Россия в защите общих интересов союзников, не скажем, в военных действиях. У России были определенные интересы на Балканах в формате, опять же, как бы опеки, контроль, опеки христианских народов. Поэтому, ну, как бы, ну, вот, вопрос... Ну, может, как раз-таки проблема в том, что Россия чувствовала себя опекуном в тот момент слишком сильно. То есть вот за Сербию вступилась, потому что больше некому было. Ну, могла как бы всегда, и не вступаться, опять же, понимаете, наверное. В этих всех моментах никто же не знает, вот, например, о том, что убийство там Гаврила Принципа, там, эрцгерцога Фердинанда развязало Первую мировую войну. То есть какой-то локальный конфликт, какое-то там противостояние. И в этом противостоянии отсидеть, отмолчать, да, как бы там сделать вид, что ничего не произошло, ну, было бы, наверное, не... что, может быть, до конца не понимали о том, во что это может выльется. Это будет затяжная четырехлетняя война, которая, а к чему она приведет в тот момент, естественно, никто не подозревал. Если бы была возможность отмотать назад и подумать о том, во что это выльется, наверное, бы 10 раз подумали бы, и Николай II, возможно, принял какие-то другие решения. Ну, это опять же, понимаете, это уже наши там размышления, догадки, ничего общего там к входу истории не имеет. Александр Юрьевич, очень часто говорят, что Первая мировая война, ведь между Первой и Второй, как говорится, промежуток небольшой, стала предтечей Второй мировой. Действительно ли это так и почему? Ну, безусловно. И главный тут конфликт заключается в том, что вот, ну, если не уходить там глубоко в вопросы, там, да, причины и Первой мировой, то окончание Первой мировой многие эти вот причины не решили. Многие проблемы, которые накопились к тому времени между ведущими европейскими государствами, решены не были. Это один момент. Они как бы оказались перед, что ли, перераспределенными, перенесены на другие площадки современным языком, но они остались. Второй момент. Германия оказалась в состоянии побежденной, причем страны Антанты, в первую очередь, вот уже Россия как бы вышла так, к тому моменту из войны и в Версальском договоре не участвовала, а те, кто, ну, скажем так, определял итоги войны, Англия, Франция и Соединенные Штаты, они Германию обложили очень тяжелым бременем. И фактически вот поколение немцев, которые росли после Версальского договора, они росли с сознанием того, что их страну
их нацию унизили, их ближайшие соседи. Вот. И, естественно, ну, как, там, не жажда мщения, но жажда справедливости, наверное, какая-то. Они говорили о том, что Версальский мир — это не мир, а перемирие на 20 лет. И, в принципе, как в воду глядели, в 1939 году, после, ровно через 20 лет после Версальского договора, была начата Вторая мировая война. После того, как Россия ввязалась в Первую мировую войну, это ускорило приближение 1917 года, я имею в виду, стало ли это катализатором тех процессов, которые привели к революции? В определенной степени, конечно, да, катализатором стало, вот, но здесь... Тоже вот мы как бы находимся в определенном плену стереотипов, которые формировались после 1917 года, да, о том, что на самом деле вот главная эта проблема Первой мировой вот в сознании современников, наших сегодняшних современников, в том, что она у нас как бы вот с чего мы начинали разговор, затерта событиями 1917 года, гражданской войной, а первая — это как какая-то там некая империалистическая несправедливая война, в которой вот можно было бы и не участвовать, и все жертвы были напрасными, и она как бы вот так оказалось стертым. Мы даже вот, ну, в формате там истории, изучения истории, только после 91 года мы как бы стали возвращаться к обсуждению, пониманию, возвращению забытых имен. Получалось вот именно в формате Первая война — катализатор событий 17 года. А вот что происходило в самой войне? Все-таки 4 года военных действий. И миллионы погибших, да, там тысячи, миллионы раненых, пропавших без вести. То есть это все как бы у нас вот ушло в общую такую как бы там, да, абракадабра, что империалистическая война несправедлива, и нам можно было в ней не участвовать. Говоря положение. Она свои ресурсы задействовала, ну, по разным подсчетам историков, опять же, там, на 10-20%. То есть возможности усилить там, количество людей на фронте, да, там, подвоз продовольствия, обмундирование. Все это было, но как бы считалось, и, что мы в этой войне сможем справиться и с помощью вот таких средств, не прибегая к каким-то дополнительным мерам. В этом формате, опять же, выходят на первый план, наверное, пораженческие настроения в обществе и антивоенная пропаганда, антигосударственная пропаганда, которую развернули большевики. В этом формате, вот, понятно, что люди, которые 4 года там, или 3 года находились в окопах, и опять же, да, особенность Первой мировой по сравнению с теми войнами, которая была раньше, это была позиционная, окопная война, и вот те люди, которые 3-3,5 года находились в окопах и каждый день видели перед собой смерть, страдания, болезни, ну, наверное, как бы вот эти мысли о том, что зачем они здесь находятся и с какой целью, если в 2014 году, 2015 году, безусловно, там такой высокий патриотический дух, да, мы там как бы за высокие цели сражаемся, то к началу 2017 года, особенно вот на фоне тех кризисных явлений, которые стали проходить в обществе, эти тенденции усилились. И вот, наверное, катализатором и первоочередным, что ли, таким моментом сложности России — это не сколько сами военные действия, сколько вот эта неразбериха внутри. Но действительно, вы знаете, эту тему можно очень долго анализировать, очень много спорных моментов. К сожалению, формат нашей передачи не позволяет, хотя хотелось бы эту тему обсудить более обширно, но спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо и напомнили за приглашение, о такой, да, важной такую дате. Дату напомнили, да. Да. Спасибо вам большое. Напомню, что у нас сегодня в гостях Александр Юрьевич Манаев, историк. Но мы двигаемся дальше. Хронограф — то, чем славен сегодняшний день в ретроспективе.